Короче, тут такое дело. Снарядили меня в такие вот одежды. И сейчас я полечу вон вот на том, на той канатной дороге. Прямо вон туда вниз. Страшно, но что делать? Все бывает в первый раз. Необходимо что-то попробовать. Там еще есть более больший такой. Эта штука называется Hot Shot Zipline. Там есть еще самый здоровый, вообще там пипец сколько. Вот здесь вот расстояние 1000 фит, ну 300 метров, в общем, надо пролететь. Если упадешь, то сразу насмерть. Я думаю, хотя, черт его знает. Смотри, куда упадешь, если на камень, то да, если на что-нибудь мягкое. Потому что здесь грунт, в принципе, не грунт, непонятно что. Типа ил, и он довольно-таки мягкий на падение. Вот. А записывать я, наверное, это действие не буду, поскольку необходимо будет держаться вот за эту штучку двумя руками. Чисто по инстинкту самосохранения. Кто-то вон там сзади меня движется тоже. И эта штука стоит $40. В принципе, не так дорого. Но сюда, на эту гору, надо еще подняться, заплатить $49 на лицо. И еще есть более длинная трасса такая, длинный зиплайн, она стоит $69, но я решил свою судьбу не испытывать. Вон они летят. Сейчас я вам покажу, где мы жили последние 4 дня, 4 ночи в городе South Lake Tahoe, южный город Tahoe. Привет! Вот такой вот небольшой таунхаус, типа кондоминиум. Трехэтажный он получается. Вот такая вот здесь небольшая кухонка. Здесь балкончик, камин. Диваны, всякие плюшечки, вон кривая картина, тут уже кто-то закривил ее. Так, поднимаемся на второй этаж, лестница, всякие тут детали в виде саней. И вот это моя ванна, там, кстати, внизу была еще одна, один туалет, спаленка. Спаленка, еще один телевизор, два телевизора, тут все, даже три. Вот еще какая тут комната. Там балкон. И здесь, что самое интересное, был найден еще один этаж. Здесь вот драйер, вошер. И здесь так называемая игровая комната. Вот такая вот. Что ты там хочешь показать? DVD-диски. И вот еще тут один телевизор. В общем, интересное довольно-таки жилье. Оно немного неудобное в плане того, что здесь столько лестниц. Неудобно оно в плане для детей маленьких. Типа Джамиля, которому 1.5 года. Даже вот здесь вот есть такой мишка. Застрял. А у нас... А другой мишка... И другого мишку вот Джамиль спустил с лестницы, он треснул и развалился. Вот такие вот пироги. В общем, обошлось нам это удовольствие в $250 за ночь. Всего где-то $1000 я заплатил.